Смотрите, щенки, еще, если вы хотите снять портрет, у меня сейчас снэппинг бэги, ничего нету вообще, у меня завернут в одеяло. Все, по свету можно снимать, когда у нас идет свет в макушку, но следите, чтобы личико смотрело больше на вас. Привет, мой хороший, я сейчас возьму камеру, то есть сейчас он замотанный лежит, те же самые 35 миллиметров объектив у меня. Так, мне потемнее сделаем. Солнце-то у нас теперь, скажи, какое. Вот такая у нас красота. Эй. И они в этих одеялках нереально красиво смотрятся. Почему я в какашках, Марк, объясни мне. Почему тетя Наташа в какашках, а? Марк, интересно, что... Часто они еще начинают на вас смотреть, то есть когда вот так укладываете, можно под голову вот сюда вот, вот прям вот под это место подложить что-то. Сейчас покажу, возьму какой-то небольшой вот боб у меня, да, и под голову, вот под шейку внутрь. Тогда больше шансов будет, что малыш посмотрит на вас. И голова будет не клевать подбородком вниз, да, а она будет больше смотреть наверх. Марк. И здесь у вас будет тень на щечках. Я сейчас покажу другой вариант. Я переверну бимбэк в другую сторону. Ну да, здесь заставить посмотреть это... Ей! Ей! Ну, бать, что зевнут красиво. Раз. И вариант, когда вы бимбэк переворачиваете вот таким образом. Подальше от... Видно там все, да? Подальше от источника света. И смотрите вот на эту тень. То есть до этого тень у нас была по подбородочку, а сейчас она у нас будет по наполовину лица. Но здесь будет сложнее, потому что дети любят смотреть в сторону света. Да, то есть здесь... Надо будет чуть-чуть. Да. Здесь нужно. Ведь? Ведь? Марк. Вот такой свет мне нравится больше. Когда именно по. Видите, как под углом, что ли? Под углом 45 градусов он сейчас лежит у меня. Ай! 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 И пошли снимать. Опять вернули. И снимаем такой портретик. И классно, что он у нас здесь с открытыми глазами. Да, только он прям вот... И сейчас мы еще маму позовем, подожди. Да, вот это, конечно. А многие спрашивают, почему у меня камера не на шнуре. Еще я говорю, почему? Потому что если она мне на шнуре, я ее сюда, да, у меня больше шансов, что она мне вернется. А так я ее могу бросить в любой момент, и она у меня, ну, никакой опасности не представляет. Огонь. Ты моя зайка. Ты молодец. Вот вам, пожалуйста. Просто потрясающие фотографии. Вот этот цвет мой... любимый, когда вот такой вот идет, он боковой, даже, ну, или контровой, боковой, то есть, да, мне не, то есть, мой один из самых любимых, никогда он идет у меня через, по макушке, да, макушки можно снимать тогда, когда вы хотите снять саму макушку, да, то есть, если у вас есть желание снять вот отсюда, я сейчас развернусь, покажу, да, вот таким образом, то есть, можно же кадр снять вот отсюда. Ну, да, у нас сейчас это... Идите. Ну, с этой стороны красиво, когда еще и малыш, ну, не дергается, да? То есть головку снять. Вот эту вот часть. Ух ты, ты глянь, а? Сейчас немножко там будет видно. То есть я бы подтянула поближе к себе. Там меня видно, да? Я чуть-чуть подтянула бы вот сюда, чтобы у меня не было бимбега видно. Здесь уже хорошо полтинник, когда у вас.
И я настраиваю, у меня сейчас резкость на голове, то есть я головку снимаю. Ну хорошо, когда тоже, да, он наверх смотрит, чтобы она не в сторону смотрела. Сейчас я вот так вот делаю. Руку убираю. О, моя рука видна немножко. Так, готово. И следующий вариант, когда мы раздеваем и молимся на то, что он может голенький побыть, да? Да? Ты будешь голеньким сегодня или ты скажи нафиг не хочу? Мы уже почти закончили.